Доброе утро! Добро пожаловать в мой следующий влог. Мы направляемся в Казахстан. Я первый раз лечу в эту страну. Дальше мы будем в Бишкеке. Я думаю, что без приключений не обойдется, потому что с нами Амина. Амина, ты готова? Я готова, да. И буду родиной гордиться. Девочка, за и готовность. С последней парты. Меня никуда не взяли. No name. Поэтому не взяли. Ладно, я шучу, конечно. Валя, ты остаешься. Варя остается за главную. Серьезно? Все, погнали, будет классно, весело, будет очень красиво. И вот наступил момент, который вы ждали. Так, у нас следующие персонажи в этой во всей истории. Оп, Лиза, готова ли ты к поездке? Да нет, мы у меня уже перцовку конфисковали. Юля, ты тоже летишь? Я просто в шоке. Ты провожаешь или летишь? Я провожаю. Провожаешь, хорошо. На поражение. Слышь, у тебя тоже это в мозге играет. Сердце. На поражение. Едем покорять мир. Следующие персонажи в нашей истории. Рада тебя видеть. Мне кажется, я в первый раз приезжаю настолько заранее в аэропорт. Сейчас время 10:55. У нас посадка заканчивается в 12:15. Мы успеваем еще покушать, выпить и полететь. Но я не пью, потому что я взяла аскезу. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Как бы сильно это слово не надоело всем, но оно добавляет мне энергии, и я готова дарить ее Казахстану. Молодец. Большой факт. Я начала читать книги. Раньше я слушала аудиокниги. Сейчас мне более интересно их читать, потому что понимаю, что чтение книг развивает словарный запас и заставляет мозг работать абсолютно по-другому. То есть я прочитала всего полкниги. Но свою книгу, которую я начала читать, «Радикальное прощение», я забыла дома. И вот сейчас стараюсь выбрать ту, которая мне подойдет, моей душе. Никогда бы раньше не подумала, что я дам такие деньги за книгу. Там девочки пошли горячую картошку кушать. Честно, я тоже думала что-нибудь там взять. Но там еда не составляет никакой ценности. Я решила насытить себя все-таки знаниями. Купила книгу Дейл Карнеги. Я думаю, что всем известен этот писатель. Классика психологии общения. Искусство завоевывать друзей. Оказывать влияние на людей, эффективно общаться и расти как личность. Меня привлекло, естественно, маркетинговый ход. 1,5 миллиона проданных книг. И сам писатель. Здесь сам писатель, он знаменитый писатель, оратор, мотиватор. То есть это мое будущее. Да, я занимаюсь ораторским искусством. Кто знает. Я уже мотиватор, поэтому очень хочется идти дальше. Вчера я проводила вебинар, и я действительно почувствовала, что могу помочь большему количеству людей, если я буду правильно разговаривать, доносить свои мысли и набираться опыта у более опытных ораторов. Крони, пожалуйста, презентуй свое детище. Да, значит, мой мерч, который специально везут для Казахстана. Там всего лишь 20 футболок, но они эксклюзивные. Достанутся не всем. Да, даже у меня такой нет. Все вам везут. Честно, вообще очень красиво. Какао, 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 кау, кау. Мы заходим уже далеко. Казахстан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мы приземлились, уже находимся в аэропорту. Держите. Благодарю вас. Привет. Так, знакомимся с организаторами. Привет. 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 Так, тут встречают, да, девчонки? Да. Так, знаем, знаем, знаем эти лица. Спасибо. Привет, маленькая. Тебе цветы подарили, а ну-ка. Да, это бабочки. Ой, ух ты. Я так люблю, когда они сами все клеят, это так красиво. Да, ты что, это вообще самые старательные наши. Класс, спасибо. Спасибо большое. Носочки вот. Привет. Ой, спасибо большое. Кайф, кайф, кайф. Украина, что до 7 покушать тебе надо. Ну я уже не успела, ну блин, что там? Она положила мне всего тут пожелать, блин. Кур там все как обычно. Баурсаки будут? Есть. Есть?
Это очень мило, я не могу прям. Интересно видеть новые полицейские машины. Так, подарили мне. От Милана вот. Еба! Я не фанатка Гарри Поттера, но черт возьми, это круто! А, это подвески. Покажи, вот, что там. Вот эти подарочки. Ой! Шопер вот такой. Это кармашек. Ну как это все? Ну куда? В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все. Триумф Астаны! Астаны! В общем, мы чуть выдохнули, я чуть отдохнула. А едем отдыхать в компьютерный клуб, да, это? Да. Мы будем играть, а я, скорее всего, буду читать книжку. Так, пришли играть. Крис, во что, как ты думаешь, здесь можно сыграть? Не знаю, блядь, я вообще не видела в таком состоянии компьютера. У меня просто рабочий стол есть и все. И три программы. Все, здесь я заканчиваю. Сейчас мы поиграем. Я книжку здесь не могу почитать, потому что здесь очень темно. Играем в старую игру, в новой такой интерпретации. Честно говоря, я давно не видела Mortal Kombat, и выглядит он крайне обворожительно. Я просто жму на кнопке, клянусь. Напихала. Как ты так со мной? Вы считаете, что это все спектакль, театр? Друзья, доброе утро. Вы уж извините, вчера пропала. Я не могу играть. Экстрасенс. Ну а почему же ничего не получилось? Мне как-то неинтересно, что ли. Не знаю, возможно, если бы я была бы супергеймером и умела бы очень круто играть. Ну, кстати, Крис, я обработаю. Я выиграла 3 раза в Mortal Kombat. Вот, мне девочка принесла сладости. И ремшик сладкий. Ты пробовала такое? Нет. Нет? Давай попробуем. Ну, вкус вкусно, но много я таких не съем, потому что, вероятнее всего, жира здесь очень много. А так прикольно. Спасибо большое. Все готовятся, также Амина. Амина всегда готова. Я готова. Мерч, мерч. В пакетиках все. Кристина на полном заряде. Лиза мерч. Это последние футболки, больше нет, их в Москве нет. Я все, что было в Москве, притащила сюда. Мы уже через полчаса выходим. Дальше покажу вам. Если вы слышите эти визги, это звук начала. Все, Крис готова. Ведущий. Девчонки, отвлеку вас от влога, знаю, что вам интересно, но я еще хочу снять распаковку вещей, оно у меня все равно не будет отдельным влогом, потому что распаковка всегда довольно короткая, но хочется, чтобы мы вместе с вами это сделали. Итак, лот номер 1, боди. В принципе, это базовая вещь, но с изюминкой, да, с красивым вырезом, который можно идеально надеть либо с облегающими джинсами, либо с юбочкой, либо выйти в этом боди вообще к своему партнеру. Я думаю, он будет в восторге. Из плюсов хорошее качество, эластичность и не просвечивается. Да, для любителей щеголять без бюстгальтера это отличный вариант. Поскольку уже от первой вещи я в восторге, думаю, могу рассекретить, от кого будут эти вещи. Да, вот конкретно этот экземпляр и следующие. Это бренд Chic Ton. Там огромное количество базовых вещей, которые почему-то мы иногда не можем найти. Потому что на Wildberries бесконечно эти кричащие карточки, которые отпугивают. Ценники тоже иногда бывают. Ого-го. Базовая вещь, я считаю, должна стоить недорого. Показываю дальше. Мне очень нравится, когда вещи кладут вот в такие пакеты, да,
Во-первых, это удобно, во-вторых, их можно использовать в дальнейшем где-нибудь. И довольно легко упаковываются, открываются. Супер. Итак, продолжим. Это кофточка а-ля милашка идет на свидание. Я не знаю, может быть, знакомиться с родителями своего бойфренда. Это у нас лапша. Очень многие девчонки любят такие платья. Здесь красиво открыто декольте. Если хотите привлечь небольшое внимание к своим выпирающим ключицам, то это ваш вариант. Поехали дальше. Итак, лот номер 458. Милый топ. Тоже он идет, наверное, для свиданий, для прогулок. Но я бы его смело определила бы в спортивные костюмы, потому что отлично подчеркивает талию. Видите, черный цвет. Очень красивая симметрия такая небольшая. Но поскольку здесь идут базовые цвета, они, во-первых, эстетично вливаются почти под любой образ. Во-вторых, в принципе, мне кажется, он подойдет подо все. Предпоследний лот, девчонки, сейчас покажу. Многие из вас этот топ узнают и так, и без меня. Вот же она. Это топ из моей визитки, девчонки, вы помните? Я в клубе ходила в нем. Самое удивительное, во-первых, я сейчас в шоке, прям такая спортмадам. Топ идеально подчеркивает талию, да, очень красиво открываются ручки, плечики, поэтому, если у вас есть хоть какой-то рельеф, нужно его показывать. И в чем плюсик, если у вас вообще даже нет груди, оно у вас появится вместе с этим топом. Не, вот без всякого, вот топ, я действительно покупала его до проекта, носила очень часто, если на тусовку нечего было надеть, я надевала этот топ и джинсы, и проходила в нем довольно долго, потому что качество действительно очень хорошее, нет лишних швов. Сейчас, конечно, я бы в таком ходила только в спортзал, да и буду ходить. Если вы заметили, что у меня тут что-то на топе висит, Шиктон кладет резиночки в подарок. Я обожаю эти какие-то минимальные подарочки. Они настолько приятно кладутся на душу. Это очень мило. Тем более у нас с вами бесконечная проблема, что мы потеряли резинки и пытаемся их бесконечно найти по дому. А так и хоть убейте меня, я считаю, что вот такая вещица должна быть в гардеробе любой девчонки. Оно отлично будет смотреться из джинсиков, да, секси такой разрез. Довольно базовая вещь, если мы даже наденем с высокой посадкой джинсики, либо юбку, все равно будет отлично смотреться. Давайте поближе. Ткань также отлично тянется. Здесь красивые рукава, девчонки, как мы любим, да, такие. Ниточки не торчат, все отлично, качество супер, швы ровные. Итак, что мы имеем? Шиктон из плюсов, можно купить на Wildberries. Кладут маленькие подарочки в виде резинок. Мы убедились с вами уже о качестве, да, этого бренда, потому что я проносила топ уже несколько лет, и все с ним отлично. Хорошо тянется, да, что важно для боди, чтобы оно не потеряло форму. Лучше садилась просто по телу и отлично дополняла наши образы. Базовые цвета, которые вписываются абсолютно в любой образ и добавляют эстетики нашему внешнему виду. Я рекомендую, ссылочки я оставлю под влогом. Вам желаю продолжения, приятного просмотра. Когда мы сфотографировались, очень много приходило, первым делом они мне говорили привет. Передай мне Толе, кстати, где она? Вот, кстати, ей подарок, и я когда вы что? Ну, ребят, это же я. Мы привезли Олю. Встречаем! Остановился! Остановился!
больше этого не получится. Я вот мы приедем в Москву, 100% будет хинкал. Все, слушай, свидетелей много, да, слава богу. Да, 100% хинкал будет. Так что следите. Расскажи про свой наряд, пожалуйста. У меня сегодня наряд тематический. Дальше просто 18+, вечеринка. Я сегодня такая актриса, актрисунки, да. Мы поняли тебя. Это Алина! Умеет набивать. Че, нет. Нет, я пописываю. Никто не умеет, ни один. Да, ты уже участвовала у нас. Все, вы вот этой компании вообще можете не приходить больше. Вы все призы забираете. Никакого приза. Ну что ты расстроила? Ну кто хочет участвовать в конкурсе? Ага, я понял. Вот эту вот девочку и вот ту девочку точно. Вот эту вижу. А вот кепочки тоже у тебя? Кепочки? Вот, да, в моей футболке. Ну давай, но я не знаю, говорю, ты не видишь. Смешной конкурс вообще. Диджей там на готове. На пробных, на третий считаем. Так, помощь за автором. Диджей, говорю, что готовы быть. Да, я готов. Все, считаем. Мой тебе совет, ногу чуть-чуть помягче расслабь. Давай, считаем. Раз. Ну раз никуда не лезет, надо хотя бы два. Раз. А что, момент родился? Что? Да все, в принципе. А дай-ка я попробую, дай-ка я попробую. Неужели это так тяжело? Да, Соля, покажи. Что да, значит нафиг непрофессиональный? А я смотрю, вы тут профессионалы собрались, да? Ну да, сложновато. А дай я тоже попробую. Сразу видно, да, во дворе росла. Кто во дворе рос, можно определить. Это был пробный! Пробный, но можно. Все, давайте дальше. Так, все, теперь два пробных, а третий бьем. Я никогда не выигрывала в конкурсах. И сейчас тоже не выиграю.
Да, колени и голову можно задействовать, если что. Все, третий раз. Давай, сейчас начинаем считать. Раз. На ринге, давай, или сюда. Держи. Давай, кого выбираем? Слева или справа? Давай. Давайте, кто справа? Мы орём этим, аплодируем. Кто за девушку справа? Хорошо, за девушку слева. Так, девчонки, испытание будет следующее. Поскольку я фитнес-тренер, вы будете стоять в планке. Кто останется последний, но техника должна быть правильная в планке. Кто начинает пилонить, я дисквалифицирую. Так, девочки, отошли назад. Там энергетика. Ага. Так, а вы поддерживаете, вы кричите, если знаете, чьи-то имена. Очень супер. Раз, два, три. Поехали, встали. Few moments later. Не прогибаем поясницу, подними выше корпус. Девочка первая, в белой майке тоже выше корпус. Все, ты поняла? Нет, все, ты сдалась, все, отходим. Day two. Выше корпус. Стоим, не сдаемся, так будет всю жизнь. Day three. Уходим. Все, ты сдалась, ты неправильно стоишь. Day four. Идеальная техника у девочки, которая у нас стоит ближе к середине. Две минуты стоят. У Юлана выиграла! Скажи еще раз, как тебя зовут погромче? Милана. Милана, супер. Аплодисменты Милане! Все хорошо, тогда ты организатору напишешь свой телеграм, и я тебе напишу, малышка. Все, пока. Спасибо большое. Пока, малышка. Подожди, Оля, подожди, дай сюда. Давай. Она тебе подарок приготовила. Это она мне покушать принесла. У меня после 19.00. Кушать до 19.00 там написано на пакете. Да, это потрясающе. Ну, все, кто решил поучаствовать, вы красотки, девчонки. А, спорт это жизнь, спорт это не просто там постоять в планке, хотя планка на самом деле это база, да. Нужно с самого раннего возраста приучать себя к спорту. Я хочу стать больше для тебя, чем просто друга, так. Оставаться той же сумасшедшей, пьяной дурой. Мечтать с тобой в самой скучной жизни на земле. Прокурить на квартире. Но я все жду, когда ты просто напишешь, хотя бы напишешь. Я так хочу. Все! Хочу, чтобы звезда наша светила, не гасла. И улететь на Марс и нам остаться. Подошла к концу, было очень круто. Надеюсь, все успели сфотографироваться с кем хотели. Так, ну что, первый город закончили. Количество подарков впечатляет. Спасибо большое, девчонки. Что-то уже съели, конечно, в перерывах. Сейчас будет распаковка. Ну что, народ, погнали нахуй! Ну что, народ, погнали нахуй! Иди сюда. Давай, у меня просто такой красивый подарок, я не хочу. Бомбет. Как думаешь, что там? А ну, что там думаете? Книга? Да не, не книга. Нет? Вроде. Что-то, ну, легкое. Здесь такой вот маленький подарок. Ой, Тибозя. Штрефанд. Красиво. Так, здесь у нас. Что это? Светильник? А и она типа светится. Угу. Что за песня? Мэри Подари мне любовь. Мияги это. Спасибо большое. Так, маленький подарочек. Записочки на. Будьте счастливы, всегда любите, заботу, цените и берегите. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Класс. Смотрите. Штрефан здесь написано, а это номера моей машины. Здорово. Так, дальше у нас плакат с нашими фотографиями.
Кайф. Это реально кайф. Ну что тут написано? Успех, соединение таланта, счастья и труда. Это в натуре, да. Ну теперь нужен брелок на машине. Колбаска пармская. Возьмем с собой пожарку, будем жевать. О, Рон! Мы едем опять не с пустыми руками. Ну, Рон не очень рад, конечно. Ему просто похуй. Воздух! Это для воздуха. Какая в поездке есть? Возьмем с собой пожарку, будем жевать. Собака нарисована. Воздух! Мы Это... едем. Косточки. Воздух! Мы едем. Воздух вот рад. Колбаски пар, лакомство для собак. Он говорит, поездки. Для это Рона. Соус для, для Рона. Соусы. Так, а там? Посмотрим, конечно, будет он есть. Но... масочки, естественно. Колбаски шотландские. Опять воздуху. Нифига себе, вы любите наших животных. Спасибо. Это какая-то мышка для Рондика. А вот девочка мне принесла, Милана. Цезарь, шоколад. Что это за десерт? В Старбаксе купила, кстати. Да, вообще-то. Апельсин манго. Дальше. Напиток IT. Это холодный мой. Чай. Давай, давай. Ну что тут у нас? Арахис хрустящий мексиканский. Так, еду в одну сторону. Масочка. Угу. Вот такая вот игрушка. Бушка хлеба. Или что это? Это кирпич. А, это... кирпичом по башке дала. Вот, а мне вот браслетики еще подарили. Я сегодня весь день их носила. Следующий подарок. Разруши. Пандора. А, вот. Ага. Украшение. Давай вот сюда. Так. Носочки. О! Так. Ой-ой-ой-ой. Они специально изрисованы. Да. Вот эти шоколадки нам бесконечно приносят. Это, наверное, ваши какие-то гордость. Но я пробовала действительно очень вкусный шоколад. А мне еще вот что подарили. Это значок Мазды. Чипсы, которые я не ем. Вау. А, бишмармак. Ага, ну ладно. Нет, тут, конечно, да. Что? Да, вы... со вкусом бишбармака. А, бишбармака. Две казахстанские премиум шоколадки. Спасибо большое. Какой-то напиток. Вот такие. Три масочки. О, ой. Бабонька. Напиток фруктовый краш. Спасибо большое. О, это букетики из бабочек. Спасибо большое. О, это в Казахстане вот дарят только. Они все дарят такие букетики в основном. Прикольно. О, посмотрите, как красиво меня нарисовали. Мультяшная прям. Еще один букет цветов. Для Оли. Опять там, спорим, шоколадка? Шоколадка! Дочерак. Ой, гляньте. Письмо, на нем поцелуйчик, и он приклеен. Поцелуйчиков накидали, гляньте, господи. С ума сойти, какая милость. Вот таких маленьких поцелуйчиков. И карточки. Вот такие. Ты и Крис вот написано тут. I love you. Поцелуйчики, поцелуйчики. За что я тебя люблю? Улыбка, чувство юмора, голос, обаяние, поддержка, милое поведение, руки. Ой, ты пахнешь как любовь. Блин, очень мило, очень мило. Снова казахстанский шоколад. Масочки. Девчонки, спасибо большое, что дарите нам эти подарки, что приносите. Особенно вот когда делаете все своими маленькими ручками, все это складываете в конвертики, все это нам приносите. С таким удовольствием на самом деле вот читать такие письма мелким почерком. Я знаю, какую душу вкладываете в это, я знаю, какие эмоции вы получаете, когда пишете это. И это здорово, что вы так выражаетесь и выражаете свою любовь. Спасибо большое.